Антонио Руссо родился 3 июня 60 года в Франковилла-Аль-Маре, погиб 16 октября 2000 года недалеко от Тбилиси, убит при освещении Второй русско-чеченской войны. Изучив философию, он начал заниматься журналистикой в 90-е годы, вел репортажи из Сибири, Алжира, Руанды, Колумбии, Украины, документировал Вторую войну в Конго и в Сараево. Известен его легендарный побег от сербских войск, когда он присоединился к беженцам из Косово в Македонию. 2 дня о нем не было никаких известий, считалось, что он пропал. По возвращении он получил 2 главные награды в области журналистики. С началом Второй русско-чеченской войны русские отказали ему во въезде в Чечню, поэтому Руссо отправился в Грузию, чтобы опубликовать там информацию о преступлениях против мирных жителей Чеченской республики. Он отправлял фильмы и корреспонденцию на радио «Радикали». Руссо намеревался взять интервью у Веры Путиной, женщины, живущей в Грузии, которая утверждала, что Владимир Путин ее сын. Руссо также расследовал запрос России к Организации Объединенных Наций о закрытии радикальной партии, которую Россия обвинила во вмешательстве в войну в Чечне. Руссо планировал вернуться в Рим к 16 октября с собранной им информацией. Антонио Руссо погиб в ночь с 15 на 16 октября 2000 года в Грузии. Его тело было найдено на краю проселочной дороги, недалеко от села Уджарма, в 25 километрах от Тбилиси. Эта же дорога ведет к военной базе в Азиане, где в то время располагались российские войска. На теле были обнаружены кровоподтеки и следы пыток, практикуемых спецслужбами. Вскрытие показало, что Руссо был убит ударами в грудь, вызвавшим смертельные внутренние повреждения. Уполномоченный Нукзар Хомбашидзе, который руководил расследованием, первоначально утверждал, что не исключает политический след. В квартире Руссо был проведен обыск и было обнаружено, что она разграблена. Его портативный компьютер, мобильный телефон, видеокамера и 3 видеокассеты пропали. Обстоятельства смерти так и не были выяснены. Многие винят в этом режим Владимира Путина. Добрый день, дорогие зрители и слушатели канала iNews, Ичкерия News. Мы сегодня находимся в Риме у потрясающих людей, которые организовали невероятную встречу правительства Чеченской Республики Ичкерия, официальный визит председателя правительства Ахмеда Закаева. И это были встречи и в Министерстве иностранных дел, и в парламенте. И все эти дни во время визита огромный интерес со стороны итальянской прессы, телевидения, радио, газеты. И все это благодаря партии, которая прославилась своей упорной работой и своими достижениями. Это партия «Радикали Итальяне». И я представляю члена этой партии Сильвию Манци. Buongiorno, Сильвия. Buongiorno, grazie, спасибо. В первую очередь я хочу поблагодарить членов этой партии, этих замечательных людей, за то, что организовали этот исторический визит правительства Чеченской Республики Ичкерия в Италию. Siamo noi che ringraziamo perché è importante per noi che si parli oggi di Cecenia. Это мы вас благодарим, потому что сегодня очень важно разговаривать про Чеченскую Республику. Grazie, grazie, Silvia. Я хотела бы пояснить нашим зрителям, что слово «радикали» звучит не как «радикальное» в смысле «крайнее» или в смысле «избыточное». Это слово семантически имеет родство со словом «корни», «радичи». Эти люди позиционируют себя как борцы за справедливость, которые смотрят в корень проблемы, а не то, что они используют какие-то радикальные методы, потому что на ухо итальянца как раз это слово звучит совсем по-другому. И сейчас мы спросим у Сильвии вообще о происхождении этой партии, потому что я знаю, что они происходят от партии либертарианцев изначально. Sì, il Partito Radicale è un partito libertario. È un partito non violento nel metodo di lotta, e si chiama così perché vuole andare alla radice dei problemi e quindi siamo radicali nel metodo di lavoro, di azione politica. Да, все правильно. Партия
радикалы итальяне, ничего не имеет общего с методами насилия, она наоборот борется за свободы человека, и мы предпочитаем смотреть в корень проблемы и решать эти проблемы, начиная с истоков, проблемы. Эта партия, именно та партия, которая с самого начала развязывания войны России против независимой Чеченской Республики Ичкерия, она сразу занималась привлечением общественности к этому вопросу. И в частности, был очень известный журналист, которого звали Антонио Руссо, который писал об этой войне и который был убит на территории Грузии в 2000 году. Можно спросить у Сильвии, подробнее рассказать об этом человеке, что произошло и почему его просто ликвидировали? Антонио Руссо era un radicale, era un giornalista, e lavorava per una radio radicale. E seguiva le guerre, per esempio in ex Jugoslavia. Antonio Russo это был член нашей партии, нашей партии радикалов, и он занимался проблемами в Югославии. Lui è stato l'ultimo giornalista occidentale ad andare via dal Kosovo quando c'è stata la guerra. È scappato insieme ai kosovari. Он был последним журналистом из представителей восточных журналистов, который посетил Косово и потом пропал. Questo per raccontare il personaggio. Это просто для того, чтобы объяснить, кем он был, его личность. Con la seconda guerra cecena, e lui ha cominciato a indagare sui crimini che venivano commessi in Cecenia. Со второй чеченской войной он начал расследовать криминальные преступления, совершенные в Чечне в то время. Lui aveva trovato delle prove che coinvolgevano i militari russi nei crimini in Cecenia, soprattutto sui bambini. Он нашел доказательства, которые подтверждали эти преступления, которые были совершены русскими солдатами в отношении детей. Lui si trovava in Georgia a Tbilisi nell'ottobre 2000. В 2000 году, в октябре, он был найден в Тбилиси. Doveva inviare alla radio questo materiale, video, audio, scritto. Он должен был отправить этот материал, аудио и видео. Ma lui è scomparso ed è stato trovato a 25 km fuori Tbilisi, torturato e ucciso. Но он затем исчез, и его нашли в 25 километрах от Тбилиси мертвым. И запытанным. И подтвержден под... Тортурато. E casa sua non c'era più computer, telefono, video, niente. Casa sua è stata devastata. В его квартире обнаружили исчезновение всех предметов, которые могли бы содержать материал. Это телефоны, компьютер и все прочее. Quindi non si è scoperto chi l'ha ucciso, ma sappiamo che i servizi segreti russi hanno fatto sparire un testimone. Мы не можем быть уверены в том, кто именно это совершил, но мы знаем точно, что служба ФСБ России была в этом заинтересована и способствовала исчезновению. Lui era molto vicino ai ceceni, alla popolazione cecena. Он чувствовал себя очень причастным к проблеме чеченцев и очень проникся этой историей. Вера Николаевна Путина родилась 6 сентября 1926 года.
Женщина, которая с 1999 года заявляет, что Владимир Путин – Вова, ее сын. Живет в селе Метехи, примерно в 18 километрах к востоку от Гори, в Грузии. Она заявляет, что отец Путина – русский механик Платон Привалов, от которого Вера забеременела, когда он был женат на другой женщине. В 1959-60 годах в Метехской школе был зарегистрирован Владимир Путин. Записи показывают, что его заявленная национальность – грузин. Путина вышла замуж за грузинского военного Георгия Осипашвили. Муж заставил ее бросить сына, и она доставила Вову к бабушке и дедушке в Россию. В 1999 году она увидела сына по телевизору. Путина говорит, что русские грузины приезжали в ее деревню, чтобы заставить ее хранить молчание. Школьная учительница, которая говорит, что учила Путина, заявила, что ей тоже угрожали. Путина говорит, что готова сделать ДНК-тесты. Авиакатастрофа российского журналиста Артема Боровика совпала с документальным фильмом, который он снимал о детстве Путина, включая репортаж о Вере Путиной. Сообщается, что итальянский журналист Антонио Руссо также интересовался Верой Путиной до того, как его убили. Сейчас уже и он состарился, и я давно состарилась. Он сам по себе, я сама по себе. Что, разве не так? Что мне, мешать ему или идти советовать сейчас? Я здесь, а он там, в России, и нас уже ничего не связывает. Еще один человек, который принадлежал партии радикали итальяне, это Оливье де Пьи, который в 2004 году держал голодовку в знак протеста против того, что не так активно поддерживается идея признать геноцид чеченского народа. И вот только благодаря тому, что он столько дней голодал, был признан геноцид чеченского и ингушского народа во время депортации 1944 года. Как дошло до голодовки? Оливье де Пьи era è stato il segretario del Partito Radicale ed era membro del Parlamento Europeo all'inizio degli anni 2000. В начале 2000-х годов Оливье де Пьи являлся членом партии и действительно занимался этим вопросом. Lui è stato il motore delle iniziative sulla Cecenia. Он был главным инициатором этой инициативы, которая касалась в том, чтобы расследовать то, что произошло в Чечне. All'inizio della seconda guerra cecena, per i primi anni, lui è stata la voce in Europa dei ceceni, la voce non cecena dei ceceni. В начале, в самом начале второй чеченской войны он являлся не чеченским голосом Чечни здесь в Европе. Abbiamo lui, Olivier Dupuy e noi radicali abbiamo cercato di far conoscere all'Europa la situazione in Cecenia. Мы вместе с Оливье де Пьи, наша радикальная партия, мы добивались того, чтобы европейцы узнали то, что там творится. Abbiamo provato a far conoscere il piano di pace per salvare la Cecenia. Мы очень хотели получить одобрение плана мира для того, чтобы спасти Чечню. Con manifestazioni, tante iniziative. Мы проводили также протесты и много других акций. Perché eravamo convinti che la Cecenia fosse una questione fondamentale, non solo per i ceceni, ma per l'equilibrio anche in Europa, come poi si è dimostrato. Мы были уверены в том, что Чечня – это
очень важный регион не только в локальном масштабе, но и для всего остального мира, для безопасности остального мира. Я хотела бы еще напомнить нашим зрителям, что и сегодня эта партия «Радикали Итальяне» является своеобразным авангардом в борьбе за возвращение государственности Чеченской Республики Ичкерия, потому что именно они двигают этот процесс, они собирают подписи под петиции для того, чтобы отдать этого преступника международного, убийцу, под международный криминальный суд, под трибунал. И они же сегодня рассказывают о трагедии чеченского народа за всю историю сопротивления России, за все 400 лет. Спасибо огромное за внимание. Это была Сильвия Манци. И до встречи. Это Ичкерия Ньюс.